Мы сегодня организовали спортивный праздник совместно с нашими ребятами подготовительной группы номер 11 в рамках тематического проекта, который проходил у них на группе «Со спортом дружить, здоровыми быть». Этот спортивный праздник был создан не для того, чтобы выявить лучших. Таким образом, воспитанников 68-го детского сада приобщают к здоровому образу жизни и знакомят с легендарными спортсменами Владимирской области. Николай Андрианов – семикратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных спортсменов мира, лучший гимнаст 20 века. Жизнь Андрианова – это история успеха, история, которая может сподвигнуть к занятию спортом подрастающее поколение. Для 68-го детсада Николай Андрианов не просто легенда спорта. Здесь воспитывался его внук Максим. Сегодня вместе с папой мальчик вновь пришел в родной сад, чтобы рассказать о достижениях своего прославленного деда. Ну, во-первых, хочется от чистого сердца поблагодарить организаторов данного мероприятия. Нам очень приятно. Я считаю, что такие мероприятия должны чаще проводиться не только в детских садах, но и в школах, и в училищах, и в различных учебных заведениях. На празднике присутствовали воспитатели из других учреждений. 68-й детский сад в спортивном плане один из лучших в нашем городе. Дополнительно при садике созданы секции по художественной гимнастике, футболу и занятию с фитболом. Воспитанники уже показывают неплохие результаты на соревнованиях. Организаторы мероприятия говорят, задача не взрастить прославленных спортсменов. Прежде всего, они стараются привить любовь к занятию спортом. Это мероприятие, наверное, поможет всем педагогам обратить внимание на проблемы здоровья, на проблемы воспитания у подрастающего поколения здорового образа жизни.